медитацию перед царевочками. Волнуюсь, сегодня солнечно, это радует. Эх, завтра будет мой личностный тренинг. Первая аккредитация. Алена, это будем сверкать. Что едят бикини в день выступления? Зефир 100 грамм, хлебцы 90 грамм, билеты на турнир, воды 200 миллилитров, глицин, крион, лимон, это дополнительно, это если будет плохо. Будет мой утренний завтрак. Вуаля. Даже без нее родимая курица. Ну что, этот день настал. Грузимся рисиком и выдвигаемся на макияж. Сумка чемпионов. Плед, еда, халат, фен, купальники, украшения. Все сделано. То я уже на макияже. Вон Соня. Встала ради меня рано утром. Такие мы бодренькие даже. Ты, кстати, тоже свое бикини, когда заказываешь образ, они тебе дали такую футболочку. Ее вот удобно будет снять, потом надеть купальник. Короче, вот эта история. Пока видите мне вот так. Потом скоро будет видеть меня красиво. Зефир во мне. Все прекрасно. Какое-то, что-то ничего не успеваю. Сейчас лягу на грим и после этого, наверное, маленько расслаблюсь. Уже что-то хочется поесть опять. Пить нельзя, есть нельзя. Но буду терпеть. Посмотри на меня. Вчера, если честно, я уже думала, что... Ну, я на самом деле всегда думаю, но редко когда так делаю, когда мне плохо, тяжело. Я думаю, ну зачем я в это вписалась? Ну все же было хорошо. Сейчас бы выходные провела дома, с семьей, там, может быть, даже что-то поела. Леночка, не вижу. Убери руку, пожалуйста, я хочу перестроить. Бывает сложно, когда ты один. И на самом деле это только начало пути. Я не хочу быть спортсменом-однодневкой, который сейчас выступит и завтра забьет на свое питание. В целом, даже когда сегодня зефирку съела, такая думаю, блин, я что-то нарушаю. Надо только рис есть. Но так надо, правила игры такие, чтобы блеск в глазах прибавился, эндорфинчики пошли, да, нужно, чтобы так было. Вот. Ну, а в целом хочу продолжать этот путь здорового питания, контейнеров, подсчетов. Мне это все действительно нравится и без соревнований. Нет такого, что это только ради там соревнований сейчас все. Нет, на самом деле мне это очень близко. Хотелось бы дальше просто все это дело продолжать. Ты чем вчера грузилась? Зефиром. Зефиром? Давай. Топ-4. Сравнение по порядку номеров. Номера 16, 17, 19 и 20 на передний край сцены, пожалуйста. Попова Татьяна. Спасибо, Татьяна. Номер 2.
бронзовая медаль сегодня с суммой мест 14 у номера 20 Поповой Татьяны. Ну, первая медалька, третье место. Блин, это мой первый был выход, дебютный. Я безумно счастлива, на самом деле благодарна вообще за весь этот опыт. Еще работать и работать. В общем, очень рада. Без соли. Как пахнет. Серебряная медаль у номера 20 Поповой Татьяны. Сумма баллов 10. И чемпионка номер 12 Лагутова. Не завидую тебя. Лицо там окай. Ты просто хлеб. Это просто. Ну, так вкусно. Я не смогу вам передать. Это вкуснее зефира. Я не ожидала, у нас было 9 сильнейших человек. Я думаю, ну все, я 9-я, ну 8-я, ну 7-я, ну 6-я. И говорят, 5-ка остается на сцене. И я просто 5-я, представляете, среди сильнейших бикини, которые выступают не первый год. Для меня, я просто Наташа Ведерникова, это человек, который забрал здесь всю абсолютку, выиграл первое место. И я с ней осталась в пятерке лучших среди сильнейших бикини Иркутска, которые выступают не первый раз, а потом меня еще попросили остаться на сцене и подарили мне специальный приз от спонсора. Я безумно благодарна тренеру, огромное спасибо. И она мне сказала: Таня, выйдет, это твоя точка роста. И наконец-то я поняла, как все правильно делать. Спасибо, Юля, что ты это сделала со мной, это лучше любого тренинга. Вкусно?